Громкое заявление сегодня сделала глава Роспотребнадзора России Анна Попова. На заседании Президиума Российской Академии Наук она сообщила, что переболевший коронавирусом человек выделяет его еще до 90 дней. Наше наблюдение сегодня до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Еще один титулованный медик, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, прокомментировал РИА Новости, что в среднем человек остается опасным 2 недели, но изученные Поповой исключения вполне могут быть. Эксперт также отметил, что гарантии от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет. Прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.